Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу еще раз поговорить о перцах. В данном случае вот о перцах, которые я проращивала до наклевывания. Сейчас часто слышатся вопросы, что делать, если вот целую пачку перца высыпали, намачивали, проклюнулось всего 5-6 семян, остальные не проклюнулись. Высаживать их вместе с остальными или нет? Я вот тоже всегда пребываю в таком смятении, таких ситуаций очень-очень много. И вот сейчас, сейчас объясню вам. Если положить только проклюнувшиеся семена, а остальные не высевать, вдруг они проклюнутся через день, через два. Все так думают, так же, как и я. Подсевать их потом уже в готовый лоток неудобно. Высевать все вместе, а вдруг они не взойдут, тоже плохо. Вот я делаю и так разное, и подсеваю, и сею с непророщенными семенами. Вот сейчас у меня золотой лапоть, 21 семечко было в пачке. Из 21 вот так вот нормально, ну до такого ростка, проросло всего 5. Из 21. 5 проросло, и одно вот так наклюнулось. Видно, что оно живое. И я вот в качестве эксперимента, потому что многие спрашивают, прорастут ли они потом, проснутся ли оставшиеся семена. Вот просто чисто посмотреть, я выложила их все. Вот видите, часто положила, потому что я знаю, что половина из них не проклюнутся, если они уже за неделю не проклюнулись. Тем более вот их соседи, я вот уже говорила про перец, это вот Рамира, это Бигмама, это вот домашние семена. Тем более они уже проклюнулись давно, и такие, видно, что ростки толстые такие белые. Эти еле-еле-еле вылезли, и я знаю, что половина они не прорастут. Но все-таки положила все, и потом мы с вами посмотрим, сколько из 21 семечка прорастет, пробьется сквозь землю золотого лаптя. Так как очень мало проросло из магазинных семян, я в предыдущем видео говорила, пришлось выкладывать остальных колокольчиков, потому что колокольчик, на удивление, вот этот острый колокольчик, который я говорила, проросло каждое семечко. Каждое семечко проросло, смотрите, какие росточки. Росточки такие толстые прям, они уже не то что как росточки, а уже даже загибулины, хочет как корень, вцепились уже в ватные диски некоторые. И я пожалела их и разложила. Раз магазинные семена мои вот этих толстостенных перцев не проросли, пусть здесь растет у меня колокольчик. Буду делать больше, значит, колокольчиков. Вот следующую партию перца, вот таких толстых, высокорослых, я буду сеять уже сухими семенами, чтобы не мучиться, не заглядывать. Вот я первую партию так сделала, неудачно, не проросло почти ничего из магазинных семян. Один золотой лапоть, и то 5 штук. Следующие, значит, просто посажу в грунт, какие взойдут, взойдут, не взойдут, нет. Вот радует Рамира и Бигмама, но опять же, это свои семена, я-то хотела расширить ассортимент. Все, до свидания, теперь уже точно закончила с посевами с этими. Сейчас засыплю землей. Тоже закрою пленочкой. И у меня получилось, что семена, которые я замочила до наклевывания, семена сухие, посев в один день. Завтра, 27 января, буду сеять томаты для раннего урожая, для теплицы.